Ребята, в общем, я как серьезный человек, я снова пробрался в квартиру к этой красавице, Фава. Ну и это, цветочек взял. Так он какой-то не живой. Ну, я как бы его срывал живым, и он был нормальный. А теперь он считается, как не знаю, что. Ну, вроде живой. Трусы снимай! Раз уж начался, давай! Ну, в смысле? Ну, в смысле, давай! Ребята, ну... Ну, давай! Саша! Ребята, объясните, где логика? Просто где логика? Человек прислушался к другому человеку, и за это на него обиделись. Я ж такой, знаете, вот, приготовлю, накормлю, напою. Ну, так это реально булка, ну гляньте, какой-то какая творог. Булка? На булку похоже. Там манки 5 ложек. А, манки 5 ложек. Там... Блин, такое мне еще не дарили. А кто будет раздеваться среди них? Точно не я. Иди нафиг, все, пошли куда-то. Я лично. Ну там. Ладно, особая оценка Александровки. Со скивами писали. Ну типа решили такое. Показать вам, чем фобик вообще питается. Плюс параллельно. Блин, Саша! Пойди поближе. Пойди поближе сюда. О. Ребятки, ку-ку. Саша дает мастер-класс по катанию на тачке. Смотрите и учитесь, ребята. И упал. Те, кто не знает украинский, тут написано «Спасите банан». Ну, вот, конечно, в итоге Фобик у нас спаситель бананов, поэтому спасаем бананы. Так, ребятки, смотрите, что он нашел. В общем, это персик. Мы берем только персик, понимаете? Берем. Девушка, девушка, вы такая чудесная, как этот персик. Напомни, пожалуйста, как тебя зовут еще раз? Он не любит сниматься. 8 человек сниматься не любит, поэтому будем только мы и Софка. Где мой интимный подарок для самого удовлетворения? Мой дарил член. Где он? Не знаю. Я был юный студент. Я был старый, как всегда. Он, прикиньте, он, и сама в шоке, в секс-шоп пошел. Ну да, там познакомился с юным женским братьем, которое еще помогало мне... Еще и познакомился с бабой. Которое помогало мне в выборе и все в этом духе. Ну, в общем, замаринованное все. Ну, в общем, кто-то сидит там, что-то чирикает. Я как обычно. Как обычно заметаю. Саша помазался маслом для языка. Кого? Не набрызгали. Не обрызгали чем-то. Ели все какое-то. Ну, теперь Саша будет блестеть. Это что было? Гриб. Так, грибочек. И кусочек курочки. На вкус. Соус острый, за ним ничего не слышно. С вами был Фабайка. Не забываем проявлять как бы активность. И все будет хорошо. Все, всем до скорых, всем пока.